Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции в рамках продолжающегося судебного расследования. Об этом написал в соцсети экс-президент Франции Эммануэль Макрон. «Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», — написал он. Макрон отметил, что Франция поддерживает свободу слова. «Я читаю здесь ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. В условиях верховенства закона в социальных сетях, как и в реальной жизни, свобода реализуется в рамках установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Обеспечение и соблюдение закона возложено на суды, обладающие полной независимостью. Кроме того, стало известно, в чем обвиняется Павел Дуров. По информации Reuters, основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в мессенджере.